Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Realme 7 Pro разрешить установку приложений из неизвестных источников. Для этого все, что нам надо сделать, зайти в настройки, далее найти пункт «Безопасность», заходим, и здесь есть пункт «Установка из неизвестного источника». Нажимаем сюда, ищем приложение, в нашем случае браузер, из которого мы собираемся установить то или иное приложение. Это Chrome. Нажимаем на него и нажимаем «Разрешить». Вот и все. Теперь мы можем спокойно устанавливать любые приложения из Chrome. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!